Этой зимой любители активного зимнего отдыха могут порадовать себя российским снегоходом «Динго Т-125». Испытанный в условиях суровых уральских зим, «Динго Т-125» стал первым и пока единственным снегоходом в России, где привлекательная цена и современные технологии объединились в крутой микс. В разобранном виде «Динго Т-125» помещается в багажник легкового автомобиля. Для того, чтобы собрать снегоход, понадобится около 15 минут. Секрет в модульной конструкции и веловинтах. Снегоход готов к работе сразу же после сборки. «Динго Т-125» развивает скорость до 40 км в час благодаря четырехтактному двигателю, аналогу японского Honda Cup. «Динго» станет надежным помощником не только для любителей покататься. Расположенный сзади фаркоп позволяет буксировать сани-волокуши. Несмотря на свою компактность, снегоход «Динго Т-125» отлично тянет вес до 150 килограммов. Владельцев «Динго Т-125» порадует достойная комплектация. Рыбаки и охотники оценят защищенный от снега вместительный вещевой ящик под сиденьем. Расположенное в корпусе гнездо на 12 вольт позволит зарядить мобильник, навигатор и другие портативные устройства. Лыжи с широким пятном контакта помогут преодолеть даже ухабистые участки снежной целины. Электронный спидометр. Долговечная армированная гусеница. Обогрев ручек руля. Большое ветровое стекло. Подрессорная подвеска. Мощная фара с режимами ближнего и дальнего света. «Динго Т-125» любит зиму.